Вопросы системного и конструктивного взаимодействия между законодательной и муниципальной властью региона обсудили спикер регионального парламента Анатолий Казачко и председатель Листинского городского собрания Николай Рзаев. Стороны отметили, что без объединения усилий, согласования планов и тактических программ развития невозможно организовать слаженную и действенную эффективную работу по решению общих социально-экономических задач. В связи с этим руководители сверили свои позиции по ряду ключевых моментов, а также обсудили законодательные инициативы, которые будут отражены в плане законопроектных работ Народного хурала парламента Калмыкии в текущем году и рассмотрены уже на ближайшем заседании парламента.